говорить, который вот здесь вот где-то находится в VR, я не знаю, где здесь находится. Микро. Вот, они будут помогать мне как-то. Играть. Хз. Потому что, типа, без него вроде как сложно. И наоборот, мешать, типа, противники меня будут слышать. Так, логотип не станет едва. Логотип не станет едва. А, это просто мерцание такое. Устройство ввода, микрофон отключен, включен. Ага, во. Нормально, громко. Раз, два. Я просто не знаю, где микрофон у VR, но он, походу, прямо в самом VR где-то, да, не здесь. Ну и нормально. Ну и пускай в него и говорит. Функция импульса отключена при использовании микрофона. Всегда включена. Но пускай будет отключена при использовании микрофона. Не знаю. Калибровка. Не шумите. А. Пара слов шепотом. А, громкий звук, боже мой! А. Калибровка завершена, необходимо нажми. Так, давайте я перекалибруюсь, а то там молчать надо было. Говорю пару слов шепотом. Не, что-то громко сказал. Ну и громкость, да. Громкость это где-то так. Все, отлично. Забавная регулировка у них. Так, настройки, субтитры русские, это все есть, колебания головы, наверное. Может его отключить, я же в VR буду. Так, виртуальная реальность. Включить. Здрасте, чат. Так, мне получается, надо вот в эту сторону сидеть смотреть, наверное. Типа на камеру. А то я смотрю к своему монитору основному. Оп, подгружает. Все, огонь, можно играть, наверное. Да. Погнали. Начинаем. Фак, я не вижу свой чат, я не вижу, работает ли вообще что-нибудь. Возможно, у вас там вообще нету, например, на экране ничего, или все плохо выглядит. Микро надо было поближе основной подвинуть, но уже ладно. Ща, минутку. Я все сейчас сделаю. Сейчас я выключу. Включу заново. Вот как-то вот так. Кстати, черные полосы это походу из-за того, что VR, и у него разрешение 4 на 3, наверное. Я так полагаю. Разрешение сбилось. Да, не, оно просто такое. Оно типа у меня такое же. Да, чата, ну и у меня такое же. Не, чуть-чуть не такое. Блин, мерзкий звук. Единственное, вот не, снизу полоска не должно быть. В принципе, я могу, конечно, сделать вот так для вас. Но тогда снизу и сверху будет чуть-чуть меньше видно. Нормально? Сойдет? Без полосок. Так, а по поводу микрофона громче, ну не знаю, ближе нет. Да не, нормально слышно основной микрофон, вроде бы.
Ага, только вот что вы не слышите, а я слышу звуки в игре. А вот теперь слышите. Все. Там же субтитры будут, ну, должны быть. А я вам говорю тупой звук. Будильник. Все, все, погнали. Блин. Все очень плохо. Я пока держал так шлем, у меня запотели глаза. Ну, линзы на нем. Не стоит так шлем держать, его стоит снимать. Полностью. А, еще и волос туда попал. Очко запотело, да, и оно тоже. Окей. Так, Вер, ты все определил? Периодически будет, скорее всего, появляться вот это вне игровой зоны, но окей. Так, X для взаимодействия, отключаем будильника. Заткнись, просто заткнись. Скажите что-либо в микрофон, чтобы испустить звуковой сигнал. Используя тело для перемещения, R, чтобы смотреть по сторонам. Хорошо. Да, вне игровой зоны, да. Сейчас попробую подальше отодвинуться, чтобы вне игровой зоны не появлялось так часто. Еще по максимуму. Так, а стоп, если я молчу, то комната становится темной, что ли? Вау, офигеть. Да, мне постоянно надо говорить для того, чтобы... О, лифчик. Жаль, взять нельзя. Для того, чтобы игра... Ну, я видел, что вокруг вообще. Happy Tigers... А, Teacher's Day. Изучить параметры. Эть. Дорогая миссис Ридли, enjoy your art lesson a lot. Я очень люблю ваши уроки по рисованию. Переключение слоя. Ага. Приготовься к нашему празднику. 6 мая 1972 года. А, да, темно, темно, бумажные оригами, ой, какая, это Нурса, no! Это Нурса, зачем, почему? Блин, жестко так, то, что надо говорить постоянно, на самом деле. Вау. Реально жестко. Ну, ладно. Я стример, в принципе. Фух. Не беременна. О, боже. Ой, все нормально. Фух, все хорошо. Ой, хоть в этой игре все нормально, и никаких детей не будет, походу. Уточки! Ха-ха-ха. Это что, тоже уточка? Какая-то черная. Блин, все потрогать можно. Забавно. Расческа. Все можно посмотреть. И еще тесты. Да сколько можно-то? Фига себе, столько тестов. Сейчас надо альтабнуться, короче, и запустить рекламку, чтобы у вас была реклама презерватива. О, знакомая рубашка. Так, что тут? Что тут еще есть? Пиццу никто не заказывал? А, они, видимо, очень пытаются забеременеть, поэтому столько тестов, а не наоборот. Ну ладно. Глупая идея. Пегасик!
Что-то еще? Мне не нужен никто, кроме тебя. Ладненько. О, счастливое будущее с тобой. 1 апреля 1966 года. Этот человек держит в руках самый огромный арахис в мире. Вкусно, я люблю арахис. Так, ну ладно. Чё? Не знаю, по-моему, свет... Ну, не важно. Роуз? Роуз? Роуз, ты где? О! Прикольно. Ну, на самом деле, это, конечно, странно. Блин, мне кажется, мне не нужно здесь все исследовать абсолютно. Мне кажется, у них толчок давно не чистили. И когда ходишь, тоже, в принципе, шея. Мы с тобой ее назовем. Нифига себе русская озвучка. Не пока даже пол не знает. Офигеть, в игре есть русская озвучка. Жесть. Меня, кстати, нормально слышно? Или я тихий? Может, главный герой слепой и видит окружающий мир за счет отраженных волн ХЗ. Нормально? Ну, окей. Любить арахис с аллергией на орехи. Да нормально, я недавно ел арахис, и все было хорошо. Тише, чем было изначально. Потому что я отодвинулся немного. Игру тише чуть совсем. Ну, сейчас сделаю потише игру на 4.9. Вот так вот. И все будет нормально. Все, окей. Ай, нет. Вау, какой грустный цыпленок. Welcome. Тридцать шесть подгузников, забота о малыше. Так, запомните чат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это, возможно, код для чего-то. Я уверен в этом. Какой кабинет прикольный. Совсем не успеваю читать. Виски ставят. Нет, похоже на игрмейстер. О! 1, 2, 3, 4. Тима нет. Блин, там куча дат каких-то есть везде. 6 мая 1977 года. Пока смерть не разлучит нас. 06, 05, давайте проверим. Или 05, 06. 6. Стоп. Шестое, пятое, 07. Ну ладно, угадывать эту фигню все постоянно, ну и нафиг. Блин, здесь все открыть можно, но мне кажется, в основном все бесполезно. Если я так буду долго ходить, у меня голова закружится. Поэтому пойдем дальше уже по сюжету. Не знаю, если есть сюжет в этой локации. Роуз. Я есть бекончик. Сосисоньки, нет? Где же она? Стейк какой-то. О. Что это такое?
На лицевой стороне воспитание ребенка, 5 способов развития детей, полезные привычки, прививки, защита для ребенка и всей семьи, советы и подсказки, встречаем новорожденного, подгузники, базовая информация. Блин, офигеть, все открыть можно, да вы вообще что делаете-то? Списками он для Си, Ундина, Рэйчел, Кэтрин, Иван, Нейтан, Гэри. Гэри, как улитку! Может это, она пережарится сейчас? Может выключить? Нет? А что тут будет кекс? Так, где? Алло? Привет! Здорово! Ты там или нет? Где же ты, детка? Думаешь, замуж вышла и можно меня бросить, да? Давай-ка лучше перезвоню мне, слышишь? Обожаю тебя. Скоро увидимся. Эй, детка. Я бы не бросил. Хотя, слишком настырная какая-то тема. Да, офигеть, все посмотреть можно, жесть. VR-игра нового поколения какая-то. Hello? Anybody there? Была же. Ладно, милый, мы так с тобой опоздали. Это просто соседи, до них два шага. Ладно. Ну пока прикольно. Мне прям доставляет сама идея. Welcome to my garden. Привет. Добро пожаловать в мой сад. Это жопа? Я не могу понять, что это. Так, где мне ключ взять? Могу бегать. О, я могу приседать. Бегу, бегу. Ну, иду так быстро, как могу. И пока даже не страшно. Это хорошо. Лет Чеппер. Да хватит названивать. Иду я, иду, подождите. Семья, факты и мифы. Не, фигня какая-то. А, что? Звучало, как будто мы в какую-то аркадку вошли. Пока загрузка, можно чат почитать. Что за туман? Я пропустил важную инфу. Это звук. То есть ты видишь карту и вообще в игре все видишь только тогда, когда происходит какой-то звук. Ты говоришь или топаешь, все такое. Где твоя специальная тряпка от плойки для очистки очков? Не знаю. А! А! Почему мы в лесу? Зомби-апокалипсис! Кого мы сбили? Здесь никого не сбили. Кровь! Дорогая мама, у меня все хорошо, отлично. У меня просто сейчас очень мало времени, поэтому я пишу тебе реже, чем хотелось бы. Какие радостные и прекрасные новости о Джейн. О Джейн. Я правда за нее рада. Что касается встречи, боюсь, сейчас это невозможно, потому что есть кое-какие проб... Дейфы...
Дэйв, мы заняты. Обух личка взял. А. Роуз 51-я мина, на вашем конце. На своей стороне суспензия для приема внутрь, антидепрессант. Необходимо пристальное наблюдение за пациентом. В любых побочных реакциях сообщать лечащему врачу. Часто заторможенность, сонливость, задержка мочи, тахикардия, тремор мышц, возбудимость, избыточный набор вес, осторожность. Так, что-то здесь, да? Ух, а что так темно? Ну, а вот и, я так понимаю, основной геймплей игры вошел. Для чего, собственно, и нужна эта эхолокация? И надо говорить. Кровь, грибочки. Если не говорить, то мы не будем знать, куда идти. И вдруг пропустим что-нибудь. Ой, водичка шумит, прикольно. Hello. Hello. Anybody home? Да, вон там дом какой-то. Идем к нему, видимо, в реку и надо было перейти. Блин, это больше похоже на спуск в канализацию, чем на... Да? Да, похоже, что так оно и есть. И это еще что такое было? В канализации это ебаки какие-то водятся. Ебаки! Ебаки! Где? А? Так, здесь пройти никуда нельзя. Кукла! Вон там кукла есть. Что здесь делает кукла? Кукла! Что-то даже видно, кстати. То есть на самом деле это отрисованные локации, и если типа включить в них свет, то ты будешь в них что-то видеть. Такие же обычные локации. Ау! Есть тут кто? Чатик. Чатик, вы со мной? Сохра... Хорошо. Два, чтобы присесть. Ай-яй, сам знаю. Ага, туфелька. Так, это мы ее можем держать и кидать в кого-нибудь, да? Камушки. Точно так же. Ой,
страшная ебака, по-моему. Наверное, потому что она за стенкой. Не знаю. Раз, два. Раз, два. Все кричит и кричит. Достал. Ну и че они, первый монстр за стену. Че они первый монстр за стеной, за стенкой спрятали? Ну-ка, что? Туфелька. Да. Окей. Все. Там больше никого нет, вроде. По-моему, этот ебака это как раз был ребенок. Я только сказал, что в этой игре не будет детей там страшных всяких. Но похоже, что это не так. И куда мне дальше идти? Ау! Пойдем сюда. Черт, здесь завалы. Алло? Ау! 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 Так, давай, покажи мне, куда бежать. Все, все. Вроде никого рядом особо нету. Он что-то там сзади плачет. Да? Да, вперед. Блин, так странно, приходится прям громко-громко говорить, чтобы все это работало. Что ты мне не сделаешь, о боже мой? Да. Это, конечно, было зря. Ну, теперь мы знаем анимацию смерти. В игре. Так, все, мы делаем вот так.
цепи. Еще кукла. Рожденных детей, боже мой! Ну или... Ну или... Так, что здесь, выход есть? Есть! Вон она ходит, да черт твоя. Жизни или что это было? Или мне тупо повезло? Ух, ладно. В принципе, единственное, что здесь страшное, раздражающее, это крики ребенка, но... Крики такие, да. Мерзкие, точно. Что это такое? Игра. Exit. Двери они открывать не умеют. Фу, выход. Свет. Я вижу свет, окей. Интересно, где этот мужик научился эхолокации? Может быть, он дельфин? Парке был мистер Гаррисон. Так. О приюте. Цель работы нашего приюта – подарить любовь и комфорт для детей из любых социальных слоев, любой веры. Раз, два. А!
дали прочитать. Черт, ну ладно. Фух. Загрузки здесь, конечно, долгие. Если можно чат читать. Видели, как он с камнем дрался? Вообще прикольное видео, когда таким рисовали обзор Ватмана в каком-то из фильмов. И Гоша в Ведьмаке, да, кстати, похож чем-то, по-моему. Так, ладно, наконец-то нормальное зрение, не знаю, да, вообще нормальное. То есть я даже еще не могу геолокацию юзать, походу. Это тот самый детский приют? У тебя какой пёсель! Жопу не нарисовали, обычно они делают таким, типа, крестиком. Где жопа у пёселя? Медвежонок, у тебя есть попа? Нет, нету. Наши. Фу, всё, мерзкий звук прекратился. Может, я могу их брать и бросать? Не, не могу. Динозаврик! Джерри. Дорогие мама и папа. Рисунок. Они уехали на машине. В доме он один. Да, ужасный дом. Okay. Ох, как ярко. Боже, мои глаза. Больница Гриндейл Гроув. Свидетельство о рождении. Ребенок. Штат Иден. Пол мужской. Отец выморан, непонятно, короче. Подпись родителей. Иденский приют, принявший врач. Жертва жестокого преступления. Найден рядом с трупами родителей. На попытке оказать первую помощь не реагировал. При первичном осмотре на раздражителя не реагирует. Отказ нескольких детских психологов от дальнейшей работы после пары сеансов. В прошлом месяце снова начал говорить. Совершенно не помнит об убийстве родителей. Ой, да это же Декстер! Дун-д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 ун
Так, ладно, что здесь еще есть? Все, мы здесь осматривать, конечно же, не будем. Пройдемся дальше, посмотрим, что здесь. Это детские комнатки. Hello! Что-то так темно. А, это туалет. Детские комнатки. Не, ну, в теории. Ага, столовая, мелки. Кухня. О, еще кукла. Нет, значит, нет. Просто. Нет, конец скоро. Мне показалось, вначале у нее лицо измазано в чем-то. Это просто тень. Так, что тут? Неважно. Пойдем на второй этаж. Глаз. Даже не заметил вначале. Здесь холодно. Бита! Давай возьмем, чувак. Ну, мало ли что. Ну, что это? Непонятно, а где свет включается? В туалет. Вот здесь. Опа, нашел. А ничего полезного тут нету. Ой, это что за фигурка? Эти самые каменные лица из Самороста.
А здесь, видимо, и дети жили. Рюкзачок. Шашлычок. И лучок. На природе. При погоде. It's locked up, right? Странно, свет включается снаружи в комнате. Шкатулка какая-то. Ага. It's locked up, right? О, короче, валим отсюда, нахрен. Чё-то не свалить. Хватит чесаться. It's locked, right? Ну, был звук, как будто здесь кто-то что-то открыл, типа дверь. Чувак, нет, никого. А, там была одна запертая, по-моему, дверь снизу на первом. Да, 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 в центре. Ага. В подвал. Куда же еще? Что это? Мне кажется, это моя тюрьма из игры Prison Architect. Ух. Так, глаза хоть немного отдохнут. Ну, не очень страшная игра пока. Вообще не выглядит страшной. Ну, типа атмосферненько вроде, но... Сложно сказать, что она была страшная. Ну, конечно, опять канализация долбанная с детьми, да? Чешется от VR. Раз, два. Три, четыре. А можно упасть? Эй! Да, в игре можно упасть. Ну, логично, в игре, в которой надо ориентироваться по звуку, что ты типа оступишься и упадешь. Yeah.
Да, логично. О, так тут тоже. Сейчас бы я вот дальше и узнал о том, что можно упасть, мне кажется. Ну и в принципе без стиков, наверное, не так сильно странно ощущается. Насколько эти локации, конечно, прорисованы. Hello? Блин, камни это полезно. Можно в лицо детям кидать. Ну, в игре, конечно же. Да и, в принципе, чтобы посидеть, помолчать. Нормально идти к выходу. Блин, я видел, там кукла была в клетке, но я туда не мог, наверное, попасть. Я не знаю, может, камнем надо было как-то. Возможно, там надо было камнем какой-нибудь рычаг, конечно, нажать и подойти к той клетке, но хз. Ой, невидимые противники, это уже куда страшнее. Вроде как.
Так, там выход, наверное, да? Так, а здесь что? Вот здесь кубики, игрушки. А тут, наверное, пройти просто можно было тоже. Типа с двух сторон. Да? Секретки тут никакой нет. Окей. Окей. Нет, ну невидимые враги это стрёмно. Лучше вам не эти дети. Роуз, Черт. Только держись! Ты чем пугаешься так? Да, да. Походу, да, две жизни есть. Вот чё, куклы подвешенные. Крепота. Не, ну внезапный крик главного героя все равно был страшнее противников пока что. Проход. Окей, все, там ничего больше вроде бы нет, пошли дальше. Фу, нормально. Да. Нет тут куклы. Обычно в водопаде всегда прячутся секретки. Вроде ничего не было. Ой, сейчас дойдем до следующего места, где будет свет, и надо чатик почитать. Yeah.
еще здесь еще было, да? Девочка, все нормально. Алло? Или это его, типа, жена говорит, Роуз? Ты меня не любишь, что-то такое, не обидит нас. А, боже, опять открытая местность. Ну что, и много камней. Я прям вижу, что здесь сейчас скелет где-нибудь. Донатик 66 рублей. Бугага. Нет, только не сначала. Сам Крюгер. Спасибо большое за 66 рублей. Донатик accepted. Блин, а синяя, кстати, пола офигенно подходит к синему освещению. От... шлема. От шлема VR. По-моему, всю игру можно пройти на картах. Единственное, тогда со звуком будут траблы, да, то что ты можешь не знать, куда идти. Такое чувство, что скелеты — это воплощение как раз жены этой Роуз. А вот те дети в прошлой части как раз был ее типа не родившийся ребенок или что-то такое. Вот. Есть у меня такое предположение. Предположение! Стрёмно.
Роуз, я уже иду. Фух, не в этот раз, костяные ублюдки. Упасть можно. Главное не упасть. Роуз, я иду. Не, ну вот там вот прям близко было. Этот рычаг ставить на обрыве. Это было очень мерзко со стороны разработчиков. Сейчас я тебя вытащу. Ой, все проблемы из-за женщин и детей, ну, рили. Ой, что-то я далеко так это отодвинулся вообще. Ой, водички что ли попить? Чё-то... Голова начинает кружиться чуть-чуть. Вода еще теплая. Цундера. Это. Да, вырубит дерьмо. Первая годовщина. Отпуск номер один. Отпуск номер два. Я тоже скоро в отпуск. Норм. Винишка! Может, нажрёмся? Никуда больше не пойдём. Пицца? Пицца. Ай, чё это такое? А, это личинки. Эх. Я подумал, может, это хлеб с отрубями такой, типа, для пиццы. Никогда не оглядываясь назад, для большинства людей самым ярким воспоминанием в жизни навсегда остается тот дом, где прошло их детство. Я не исключение. Здесь я рос и шаг за шагом исследовал огромный чудесный мир. Помню, как целыми днями бродил по лесу, который начинался за моим домом, не пропуская ни одной тропинки. Во время одной из таких прогулок я и встретил Кейна. Красными чернилами слишком бодрое начало, затянуто. Разглядывая старые фотографии, я мысленно возвращаюсь во времена своего детства и вновь начинаю ломать голову над тайной, которую до сих пор не могу раскрыть. Она связана с моим другом детства по имени Кейн. Кейн был болезненным, бледным, проблемным мальчишкой. И все же он всегда сопровождал меня... Да. В моих лесных походах. Слишком очевидна лишняя информация. Хотя и выглядело так, будто его вот-вот сдует ветром. Я проснулся внезапно посреди ночи, быстро оглядел свою маленькую квартирку и не заметил ничего необычного. Странно как-то, думал я, вылезая из кровати, чтобы пойти попить. Я зашел в свою тесную кухню, в темноте налил себе стакан воды, поднося стакан к рту, и вдруг услышал запах чего-то давным-давно забытого. Запах, которого я не слышал много лет, это был запах смерти. Слишком много клише, возможно. Вечер оживших мертвецов! И еще винишка. Так, сейчас минутку. Бонусный протеин. Так, все окей. И
Виртуальная реальность. Это в том же самом доме погреб? Это вот куда мы дальше пошли, да? О, привет! Роуз? Подожди! Не забывайте стирать свои вещи. Если вы стираете свои вещи, обязательно берите с собой полотенчик. Ну вот. Даже не надуванилась. Ой, какой собакин прикольный. И котик тоже, кстати, классный. О, это же их дом. Здесь раньше стейк был. Перчаточки, что такое. Фу, рыба, ненавижу рыбу. Что такое? А! Карточка такая. Яйца, молоко, хлопья. Не забудь починить раковину. Здесь все протекает, да? Ну, я бы попробовал, но игра не хочет, чтобы я это делал. Не страшно. Крыска была? Винона. Вино в ванной, да, и заблеванный туалет. Мужик, у тебя жена алкоголик. Аляска, путеводитель путешествия. Что это? The fuck? Камень. Иденский риют. Влияние, влияние на усыновление. Раса, принадлежность европеец. Серьезно, нет. Имя Роуз Ридли. Ага! А, нет. Ну, Роуз Ридли это все-таки жена его, по-моему, нет? Привет, Дэйв и Роуз, у вас все в порядке? Мы два вечера подряд стучимся к вам, но никто не отвечает, хотя свет у вас горит. Вы пропустили несколько собраний, все беспокоятся, надеемся, у вас ничего не случилось. Если понадобится помощь, вы знаете, где найти вас. С уважением, соседи. Где найти нас? Да. Лошадка! За свободу не торгуются! Adoption application. Имя Дэйв Ридли, заявитель 1, ответственный сотрудник. Так как ребенка-то зовут? Вы назвали его, нет? Предпочтение при усыновлении. А, они хотели усыновить кого-то. Предоставим право быть усыновителями. Окей. Особое предпочтение — голубые глаза. Сегодня падение Сайгона. Интересно. Продовольственный магазин «Солнышко». Куча еды. Да. А вот же тот самый стейк, который до этого готовился на плите.
По-моему, я должен был испугаться именно крыски, которая по рояле пробежала. Я испугался того, что я нажал на розу, и она прям перед лицом у меня появилась. Злые чучело, боже, сколько кассет. Кто вообще использует кассеты? 2017 год на дворе. Такая карта мира забавная. Монетка. Сколько у них вина вообще по дому? Винишка Кун какой-то и винишка Тян. Что, не хочешь? А, хочешь. Звуки дождя по зонтику. А, приятно. Зачем я их прослушал? У нас тоже на улице дождь вроде был. Как будто что-то ужасное. А где кассеты с порнухой? У них столько кассет, и ни одной кассеты с порнухой. Где же должны прятаться? Кровавая баня! Спальни, наверное, искать надо было кассет с порнухой. И там сумочка какая-то. Ермак ВГС. Новый королевский красная краска. Смотри, чек на случай возврата товара. Неизведанно. Хотела бы обсудить с вами возможность назначить встречу. Мы отправили вам по электронной почте необходимые документы. Перед нашей встречей вам надо будет их прочесть и подписать. Пожалуйста, перезвоните мне, когда получите сообщение. Спасибо и хорошего дня. Хорошо. Изгоняющий. Ой, еще одна такая же карточка. Ты ведьма. Пойдем электронную почту чекнем, наверняка на втором какой-нибудь есть, нет? Что такое? Лепестки? О, лепестками белых роз. Пошло уже гостью. Я люблю тебя на съем. О, Титаник! Еще. Все-таки надо сегодня успеть пройти игру. Роуз, это ты?
По-моему, моя в руках нож держит. Человек, любимый питомца давней мечты, справиться с потерей подчас очень легко. Порой задача кажется вовсе невыполнимой, но это не так. Мы расскажем о способах справиться с переполняющими нас эмоциями, о том, как пройти через период горевания максимально продуктивно. Дорогая Роуз, я так сильно по тебе скучаю, ты даже не представляешь. Может, ты представляешь, но уж точно не скучаешь по мне так же сильно. У меня все в порядке, настоящего боя мы пока что не видели. Надеюсь, что так будет и дальше, хотя мы в любом случае справимся. Враг пожалеет, что пришел, как только встретит мощную, плотную боевую машину, иначе говоря, меня. А если серьезно, у меня все правда нормально, и как только закончится срок службы, я сразу вернусь к тебе. Я тебя обожаю, береги себя и не найди там себе другого, пока меня нет, ладно? Чё-то она очень много скелетиков рисует. Вместо ребеночка на этой штуке теперь таблетки лежат. Ой, еще одна такая карта. Тан-тан-тан! Здесь. Да боже, это долбаная пластинка. Блин, вот это стрёмно, почему это было. Нещадное время, автор Дэй Фридли. Пока смерть не разлучит нас, так искренне мы обещали. Я люблю тебя до сих пор, хоть это не так заметно. Время нас не щадит, чувства стали размыты. Может, только и нужно что чуть-чуть постараться обоим. Взяться за руки, как привыкли, болтать ни о чем, как привыкли, вместе гулять, как привыкли, никогда больше. Никогда больше, никогда еще, никогда больше. Убирайся нахрен из моей головы! What? Что это, отель? Разучить нас.
Поздравляю с закрытовщиной. С закрытовщиной. Запись в дневнике номер 11. Диск использовался Дейв. У меня в последнее время был небольшой кризис самосознания. Работа идет хорошо, и именно в этом суть про... А, я же могу так вот сделать. Черт, не могу... А! На самом деле мне это нравится, потакать клиентам, создавая дешевые завлекалки вроде «это новый хит», но хозяин барин, как говорится, есть и хорошие новости, я отправил рукопись в издательство. Мне кажется, я хорошо получилось, надеюсь, на этот раз все будет удачно, держу пальцы. Запись 12. Издательство не приняло рукопись, не стану врать, что я не разочарован. Редактор все-таки прочитал ее и составил список изменений, которые следует внести. Это очень мило с его стороны, теперь я чувствую, что стал... На шаг ближе к мечте. Запомни, в честь этой знаменательной даты я сменил пароль. Просто на всякий случай, если забуду. Сегодня 3 года, как мы поженились, и 2 месяца, как мы не разговариваем. Меня уже тошнит от скандалов. Я очень хочу, чтобы мы друг друга поняли, но не знаю, что для этого сделать. Может, стоит послушать Джейка и отправить с ней в путешествие. Может, это поможет нам вернуть взаимопонимание. Осталось только ее уговорить. Мерзкий футбольный мяч. Прямо из чемпионата мира, походу. А, глаза! Сменил пароль. От сейфа или от компа? Давайте попробуем. Запись от 21.04. Знаменательная дата, я сменил пароль. Ага, естественно. Принял рукопись 21.04. Так он сменил пароль на предыдущую запись, получается, когда он только сдавал. 13.03. Ваша идея. Лаги почини, какие лаги еще? Все-таки вторую запись, думаете? Еще попробую. 21.04.
два месяца как-то менял пароль. Не, ну два месяца получается с даты, когда он подал. 03.13. Блин, еще окажется, что год надо... Сегодня 3 года, как мы поженились, и 2 месяца, как я с ней не разговаривал. 06.05.75. 06.05 я пробовал, по-моему, да? А, 7.2. Года вот так. Смотри на диванчик. Кстати, игру можно тише по сравнению с тобой, она громче процентов на 40. Могу еще тише сделать, да. Ну просто у меня микрофон далеко сейчас находится. Диван, ты че? Стульный ва... А, сутулый вампир. Четыре, два, один. Два, один, семь, пять. Я не знаю. В честь этой знаменательной даты я сменил пароль. 21.04. Издательство не приняло рукопись. Список изменений, которые стоит внести. Я хз. 3 года, как мы поженились, и 2 месяца, как мы не разговариваем. Я, по-моему, все это уже пробовал. Я не знаю, что здесь чат. Там розовая записка на подарке, так она... Она в ней же это и написано. Это мы с записки читаем, понимаешь? Happy нет, Happy Anniversary. 6-е, 5-е, 72-е.
Или 02. 6, 5, 6, 5, 7, 2. Я, по-моему, пробовал, нет? Да ладно, рили! 6, 5, 7... Я разве не пробовал 6, 5, 7, 2? Я пробовал 6, 5, 7, 5, да, 7, 2 не пробовал. Resident Sleeper. Окей. Ладно, что тут, кольцо и записка. Посадочный талон на одного пассажира. Сиэтл, Ванкувер. Приятного полета, первый класс. Логично, что если он сменил пароль, то не на годовщину, но... Странно. Девятый? Зачем мне девятый? Блин, в отелях клёво. Чё кровать раздельная? Завтра мы поженимся, я так волнуюсь, наверное, я даже уснуть не смогу. Какое счастье, что я пошла учиться именно туда, ведь иначе мы бы не встретились с Дэйвом вместе. Пока мы вместе, нас ничто не сломит. Дэйв устроился внештатным сотрудником в одно издательство, может, это и не совсем то, о чем мы мечтали, но платят они хорошо. Я так волнуюсь, после свадьбы мы говорили о том, что хотели бы завести детей, но никак не думали, что это произойдет так быстро. Мол, я забегаю вперед, но может, все еще подтвердится. Держу пальцы. Да, да, у нас будет ребенок. Мечты сбываются, мы оба хотели детей, и хоть мы очень активно над этим работали, никак не ожидали, что все получится так быстро. С тех пор, как мы вернулись от врача, Дэйв скачет по дому, как маленький. Вот дурачок, ох, я так счастлива, я самая счастливая женщина на свете. Вот что не думал, что когда-нибудь снова буду писать в этой проклятой тетрадке, но мне просто необходимо выпустить всю злость на Дэйва. Этот идиот решил, что придумал хороший выход. Нет, никто не заменит нашего ребенка, никто, и никто, даже Дэйв не смеет с этим спорить. К черту его вместе с его дурацкими предложениями. Пошел он к дьяволу. А, ну она, короче, не хотела усыновлять, понятно. О, тапочки прям как в этом. Прям как в Рэдисоне. Вот. Вот. Подожди. О, oh, фак. Да, это мы уже видели. Layers of Fear чем-то напоминает.
Мог симулятор вспомнился, счет. Вон у памперсы лежат. Для мамка симулятора. Котик! Мяу! Мне кажется, типа во время тревоги лифтом нельзя пользоваться, но. Говорил же. О, темно. Ловушка трапера. А, нет. Окей. Where the fuck am I? В эту сторону нельзя. Надо говорить громче, чтобы я знал, куда идти. Что это вообще за двери такие? Я что, бомбоубежище, что ли, под отелем? Наушники какие-то, серьезно? Каска. Или бомбоубежище, что ли? Ох, ёпт. Ярко-то как. Выпустите. Сейчас будем плутать по коридорам, потом найдем там электроника. Не, стоп, не электроник же потерялся. Я забыл, как его звали-то. А, Шурик, конечно. Да. Что, найдем тут Шурика. Да вдруг ебаки сейчас появятся. Вот сейчас точно будет ебака. Нет. Это странно. Че? Там закрыто. Не могу ответить, простите. Только не ебаки, пожалуйста. Я не хочу ебак. Ага. To be expected. Будем в них наушниками кидаться. Судя по всему, это мои старые Logitech. Очень похоже. Да.
Оп! О-а-а! Красные штуки. Это судно? Да ладно. А, ну, может быть. Бля, они такие еще забавные. Движутся за мной прям. Так, а как ее обойти-то, если по воде мы шлепаем, шлеп-шлеп? Шлеп-шлеп по воде, шлеп-шлеп. Загрузки здесь долгие. Не стоит умирать. Hello. Так, отсюда я пришел как раз таки, да? Да. Можешь сюда подняться, да? Нет, не можешь. Ага, ты подо мной прям. Твой! Твой! Окей. Давай, ну, застрял на периле, и теперь все заново, погоди. Ты же два предмета, один кидаешь, второй с собой, потом его еще кидаешь. Так не очень удобно получается, потому что пока первый кинул, у нее уже, типа, кулдаун проходит, не знаю. Как тебе Рутшурика? Ох уж этот Рутшурика. Нужен рут электроника, ну. Фух, ну вроде не все заново, да. Окей, не все заново. Здесь что-то взять-то можно? Не, здесь принтовать надо. Фух, заспринтили нормально. Так, теперь вали туда. Куда идти? Там вниз еще можно. Вдруг там секрет. Ага, секрет, конечно. Пошла отсюда. Черт.
Так, ты где? Алло! Алло! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Не, нету. Не знаю, где она. А, ну вон она там уже ходит, туда перебежала. Ух, место сейчас мерзкое, походу, будет. Какое место, ёпта! Успеть. Я уж подумал, может она это по земле сейчас будет ходить внезапно. Но оказалось, нет. Там тоже вода, да? Ох, важно то. Раз, два, где, что, куда? Только мне сюда. Я еще в принципе не знаю, есть ли здесь кто-то. А, так здесь нет воды. Окей. Выход. Понятно. Понятно. Куда? Куда? Блядь, сюда я пришел. Так. Где ты тут бегаешь? Ай, вали туда. Так, вот это место, оно не страшное. Единственное.
здесь вода. Я не понял. Почему здесь вода-то? Мы что, заполняем это водой теперь, чтобы открыть эту решетку и потом поплывем или что вообще? Раз не будет играть в Белл, тогда пусть знает, что электроник Джейни подкатывает, так что, увы, ты в пролете. Риэл Драт, эти вообще-то я прошел бесконечное лето. Да. Ну чё, прям с нуля все? Походу, да. Классное место. Раз, два. Куда мне там? Ага, это вот оно и есть. Мне же надо попробовать дверь еще открыть. Кнопка. Не успел? Да ладно, лол, это еще и на скорость надо. Да не на все руты, да ну эти все руты неинтересны. Были несколько хороших рутов, так что, которые я прошел. И все. Так, ну я понял, по какой траектории сейчас надо идти. Три кнопки надо нажать, четвертая, последняя.
Соответственно, вот это вот самое ближайшее. Воу! Где я вообще? Воу! А, так и должно было произойти. Окей. Это крюк. Ну, то есть якорь, ну, крюк. ДБД! Да, кораблекрушение какое-то. Вешалки, бутылки. Ворона! Привет. Получить следы. Туфля. Чё, твоя тян здесь, нет? Вы с ней помиритесь? Дух какой-то разрушается. Алло? Не, задумка очень интересная, кстати. Реализация, ну, как минимум, не страшная. Просто ходишь и головой целишься, куда тебе кидать ящички всякие. Так, главное тут не упасть, наверное, сейчас. Ну и в целом, не знаю, красиво вроде. Прикольно. Это мой дом! What the actual fuck? У вас что, домик-то и озеро? Та-а-а! Куда идти? А, вот проход. Ну и да, ну и открывать, конечно, все тоже. Больше открываешь, что-то исследуешь. Выруби! А это что такое? Кода может начаться эпилепсия, наверное, от всех этих волн, которые появляются, когда ты ходишь. Кто-то сразу же вспомнит Джо-Джо. Джо-Джо, используй силу волн. The power of ripples. Колебания, вернее, даже, а не волн. Ну ладно. Слишком высокий, получается. Этажи, да, я помню, это так и. Четыре, ноль, ноль, один, ноль, ноль, один. Ice cream computer, да и ошибка. Череп, что ли?
О, заткнись. Хватит шипеть мне на ухо. Да, чтоб тебя. Да, я забываю говорить для того, чтобы было видно. А, ладно, я понял. Я думаю, это уже прям финал-финал должен быть. Раз уж мы по такому дому ходим. Еще один этаж, да? Давай. Такой же, нет? Не такая же дверь будет. А, ее комната, ну, общая комната. Вместе спали. Блять, этот глаз, да кто этот глаз придумал? Глаза это не страшно, если только не конъюнктивит. Железки пугают. Ходить клёво, ты хоть видишь, куда идешь? Что мне не кажется, что сюда не... Хотя... Может быть, сюда и надо? Это кажется, я куда-то не туда зашел. А, вот, да. Нет. Тут проход. Колонки. Не, ну я уже подходил сюда. Вода, что ж ты такая громкая? Обратно. А, вот здесь пролезть можно под трубой. Надеюсь, мне сюда. Нет. А, может быть, вот по этой трубе пройтись? Нет. А, ну, вот здесь дыра, окей. По той трубе можно было прогуляться, конечно. Только не надо глаза опять надрывать. Чтобы уворачиваться от мониторов. Уже прочь отсюда! Роуз, вернись! Вернись!
Она меня не слышит. Хотя я вижу, что волны до нее доходят. Стой. Почти догнал. От меня не сбежишь. А чё, Хогвартс, что ли? Опа, свет появляется. Чё, можешь дальше пойти? Да, эй! Ну... Нет, я не буду спрыгивать. Слышь ты! Совсем не правда. Живот отсюда! Совсем не правда! Нет, я доберусь до конца. Тентакли растут. Предназначено для тебя это место. Че, это место твоих воображений, твоих снов. На выход и не открывается, придется дальше идти. Кубики! Оно убивает тебя! Большие бутылки с вином! Ими можно кидаться! Круто! А лучше пить. Нет, тебя скажи. Книги, телевизоры. Убивает тебя. Я иду к тебе. Что там сзади? Так ли? О, нет, не подходи ко мне. Я ж вне игровой зоны оказался. Чпок. Что? Как? Почему? Что мы здесь делаем? Спайдермен, Спайдермен, полетели куда-нибудь. Палетки! Бежим к палеткам! Это сейфово должно быть! Можно скинуть палетки? Пожалуйста, отсылка к ДБД. Блин, нельзя. Такое все мутное. Это церковь, что ли? Розовый шарик. Стивен Кинг, ты писал сценарий? Танцующий клоун. Кстати, а я мог не крутить, по сути, вот этими штуками? Мог вот так вот ходить? Ну ладно, не важно. Типа неудобно. Еще палетки. Роуз. Давай все обсудим, Роуз. Прошу. Блин.
Матрица, останови время. Диск пользователя Дэйв. Непредвиденная ошибка. Настройка 12-13. Выбытки истекли. Автоматическое отключение. Перезагрузка пользователя. Не надо. Безопасный режим. Ограниченный доступ. Требуется перезагрузка вручную. No! The fuck? The fuck? The fuck is in the air. The fuck is everywhere. The fuck? Что? Что это? Так это все был сон, типа... По налаживанию, ну, не сон, а виртуальная реальность. Получается, это все была виртуальная реальность. Не знаю, для налаживания отношений или что вообще? Боже, что происходит? Какой столько серверов? Sword Art Online, ты ли это? Не, походу он просто упоролся, когда она ушла от него и запер себя. В виртуальной реальности. Для этого им понадобилось вот столько суперкомпьютеров. Это объясняет, типа, передвижение при помощи звука, потому что он был как в игре. Будущее завтра начинается сегодня. Чиним по-быстрому, как привести в порядок моторную косилку, излечение рака, водород. Помни, развивайся. Eden Corp. Новая реальность в Идене. Eden Corporation 1000. Да, да, виртуальная реальность. Точно так же назывался приют для детей, типа, в его снах, в его виртуальной реальности.
Не зря зашел в подвал. Не знаю, вначале подумал, это типа такая игра для укрепления семьи. Типа такая, эй, и она там с ним играла, нет? Нет, походу она просто бросила. Чувак, ну... Не знаю, где деньги взял на такое количество компов. Все заросло. И никакого секса не было в виртуальной реальности. Представляете, да? Что такое вообще? Рисуем масляными красками. Учимся рисовать. Легко и быстро. Подробное руководство для абсолютных новичков. Чё, я не могу выйти из дома? Я из дома хочу выйти. Я знаю, выход там. Там это гараж. Ну, вернее, вот это гараж. Выход из гаража ведет прямо в дом. Да. Ладно, здесь есть выход? Походу есть. На кухню я не ходил, да? Чё, у меня на кухне один холодильник остался. С кусочками пустых, недорисованных бутылок. В этом туалете тоже все заставлено компами, потому что зачем он ему? Книги. Ну и почему я не мог открыть эту дверь? Подожди меня. Иду. А, она его, наверное, не бросила. Она, наверное, умерла, нет? Ну, судя по последней сцене. Ну, ладно. Просто и мне вот эта вот его фраза «Подожди, я иду». Ну чё, ГГВП? Окей. Не, ну довольно забавно было. Идея прикольная, задумка, по-моему. С вот этим вот передвижением и просмотром эхолокаций. Довольно забавно. Но не страшно. Атмосферненько, вроде да, играется легко. Да еще и на обычном контроллере, типа... Может, момент сокращения машины от этого? Может, что-нибудь такое? Ну, ладно. And you, the player, thanks for playing. Спасибо. Что не дали мне игру бесплатно, и пришлось ее покупать. Все. Выключить...